Решение Turbfly продается и поставляется в коммерческих масштабах с целью защиты от попутного и падающего снега на железнодорожных стрелочных переводах с 2005 года. В основном под торговой маркой SnowProtec. В общей сложности было выполнено более 1500 процедур монтажа. Данный механизм защиты включает щетки, установленные вдоль рельсов, область действия которых охватывает все подвижные элементы стрелочного перевода или подвижного перекрестного механизма. Данный механизм защиты подходит как для чистки песка, так и снега, а также препятствует образованию наледи. Данный продукт не имеет каких-либо подвижных компонентов. We have had the opportunity to come into this historical ground of the development center for military aircrafts, and we are located in Bromma, close to Stockholm, and making use of the facility which is available still in Sweden. So this is the old low-speed wind tunnel LT1 of the Aeronautical Research Institute of Sweden. It's 3.6 meters in diameter and has a top speed of almost 90 meters per second, which we don't need in this case, but we're very fortunate that we can fit a full-scale model and also use the real hardware and at the correct speed. So we've done visualizations with different methods. Для того, чтобы научным способом разъяснить, что именно происходит при использовании гениального продукта Turbfly, мы воспользовались аэродинамическим туннелем Stark. Это интересное сооружение, которое было основным местом развития шведских военных самолетов и транспортных средств. Центр высоких технологий посредине Стокгольма. Мы выполнили проверку работы и визуализировали основные моменты, которые заставляют работать щетки соответствующим образом. Кроме того, мы приобрели необходимые знания для развития данного продукта с целью использования в других областях. Испытания проводились при различных скоростях от 5 до 20 метров в секунду, а также при различных направлениях ветра. Благодаря испытаниям была установлена подтвержденная превосходная функциональность щеток. Щетка создает зону турбулентности с подветренной стороны при значительно более низкой скорости ветра за самой щеткой. Поток ветра значительно приподнимается при условии сохранения и обеспечения слоистости. Это означает, что снег и песок будут смещаться дальше по целостной траектории приподнятого воздушного потока. Поток ветра поднимается настолько высоко, что практически полностью проходит через всю ширину пути. Достаточно четкое завихрение образовывается по всему участку рельса, которое и защищает от попадания нежелательных частиц между или сразу за рельсами. Тонкая нить на так называемом сигнальном диске указывает на то, как вихревой поток, созданный щеткой, в большей степени проходит с подветренной стороны, то есть при низком напоре ветра, но при более высоком атмосферном давлении, чем в ламинарном потоке. Именно это заставляет поток воздуха подниматься и проходить по рельсовому пути. Разница с и без щетки огромная. Данная функция отлично выполняется даже при достаточно больших зазорах конструкции. Допустимы зазоры от 250 до 300 мм. Тем не менее, все зазоры отрицательно сказываются на энергозатратах. Оптимальная экономия расхода электроэнергии достигается при максимально плотной установке без больших зазоров и проемов. Экономия расхода электроэнергии с использованием щеток достаточно значительная. Возможно снижение расхода электроэнергии до 75% для систем, размещенных в обдуваемом пространстве. Благодаря щеткам минимизируется ветровое давление на рельсы, а переданное тепло сохраняется в тех местах, где оно требуется. При использовании для тех целей, при которых энергоэффективность не является приоритетом, функцию подъема щетки можно оптимизировать посредством съема нисходящей уплотняющей щетки. Это допустимо в случае использования оборудования, предназначенного в основном для удаления песка и пыли, например, установленного на пустынной территории. При этом зачастую используется только верхняя, вертикальная щетка. Благодаря Turbfly вы можете увеличить интервалы технического обслуживания и сэкономить расходы на электроэнергию. Это инвестиции в охрану окружающей среды, которые позволяют снизить расходы на эксплуатацию
повысить степень доступности и безопасности ваших рельсовых путей.